Снимаешь на смартфон, и ты оператор. Постишь в соцсети, и ты журналист или, как сейчас принято говорить, блогер. На самом деле это не совсем так, точнее, совсем не так. Даже бескрайние просторы интернета надо наполнять качественным продуктом. Поэтому губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2016 году инициировал создание в муниципалитетах молодежных медиа-центров, куда пришли те, кто действительно серьезно хочет осваивать медиапространство. Окружной семинар для ребят прошел в Щелкове. Приветствуя участников, замглавы администрации Юрий Родионов рассказал, что и сам мог связать жизнь с аудиовизуальным искусством. Но сегодня работает в команде, которая создает условия для поддержки и развития молодых творческих личностей. Наш глава принял решение буквально месяц назад, да, и оно очень непростое, но оно очень и очень важное. И выделил очень приличное помещение, сейчас идет капитальный ремонт, где будет новый молодежный медиа-центр Щелковского муниципального района. В рамках семинара прошли лекции и мастер-классы для пишущих блогеров по направлению социальные сети, посвященные принципам создания и продвижения так называемого вовлекающего контента. Для снимающих и монтирующих занятия провел оператор-постановщик, главный оператор проектов на телеканалах «Первый» и «Россия» Дмитрий Мишин. Вы вот с первого дня стали работать, у вас есть какие-то событийные репортажи, новостные сюжеты, какая-то реклама, какие-то, может быть, музыкальные там штуки снимаете. Мы пообщаемся по поводу света, мы пообщаемся по поводу того, каким образом простой новостейный сюжет сделать интересным визуально, прежде всего. На данном этапе развития общества интернет и социальные сети вышли за рамки общения и развлечений. Сегодня многие именно там узнают новости о жизни страны и, что важно, своего города или района. Молодые участники семинара это понимают как никто. А теперь они узнали больше о значении качества информационного продукта. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».